тех пор, как о попе на джипе узнали тысячи человек, ему ежедневно пишут с просьбой совета. А еще Павел – участник всероссийского проекта «Батюшка онлайн». Пока что поп не на джипе. Прежняя машина не прижила большой экспедиции, а Нива внедорожник сейчас в ремонте. Не выдержала поездку к коллегам через тайгу. Почти всегда батюшка служит один. Нередкая участь священника в таежном алтайском селе. Павел переехал в еще более глухое, куда даже дороги нет. Пешком-то ходьба ж полезна. Только когда дождь, мне это не весело идти. Электрик по первому образованию, по второму политолог, коренной горожанин. Он осознанно, с особым рвением перевоплощается в сельчанина. Обдумав все трудности службы в маленьком селе, Павел и создал свой видеодневник. У людей сломать стереотипы о священстве, о том, что это люди, которые ходят постоянно в рясе, ничего не делают. Он служит и помогает в трудную минуту многим людям. И уверен, духовная помощь идет не только от стен храма, но и мудрого совета.